Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Batman Arkham Origins. Так, продолжаем мы выносить сетевые ретрансляторы Энигмы, попутно зачищая тут всякую шпану, которая гоняет и... Вот он там вот сидит, например. Вот тут вот стоит, например. Мешает жить... Так, а как добивающий, я забыл. А, я вспомнил. Эпичненько получилось. Вы так не считаете? А я так считаю. Уровень угрозы низкий, 12 ударов. Бонус опыта 50%. Почему так мало? Почему так мало? Ну да ладно, погнали наверх. О, чувак стоит на крыше. Сейчас чувака не будет. Блин. На тебе. Так, все. Шпану попутно разбираем. Шпану попутно разбирая, наш Бэтмен к цели подходил. И бетаранг попень вставляя врагам. Он дружно их сносил. Не знаю, что там меня понесло в какие-то стихи про Бэтмена. Так. Блин, много здесь этих чубзиков. Как так по нему не попал? Добивающим. Так. Я, кажется, там еще видел шпану, ну да ладно. Вообще мне куда-то сюда надо, да? Вот где-то здесь этот ретранслятор. А где он? А где же этот ретро... Ага. Блин, где ретранслятор, я не вижу. Но толпа народу внизу так и манит им по башке-то раздать всем. Блин, я же нажимал АБ тебя. Откуда ты этот ножик взял, ты придурок? Так, ладно, сейчас мы... Да, блин. Раз, два. Как это? Да блин, ну... У тебя комбо что, вообще не сработал? Раз, два. Я же... Отлично. Ты еще живой? Ты каким чудом выжил? О, вот еще народ бежит. Так, стоямба. Стоямба, стоямба, чувак. Не стоит тут по мне стрелять. Так, слушайте, эпично мы их разобрали. Заодно, нет, не взрывчатый гель, мне бета-ранг нужен. Ретранслятор минус. Так, и погнали. Погнали следующий. Слушайте, веселые здесь эти ретрансляторы, однако. Так. Чё, врагов нету нигде? При атаке крюком в ближнем бою. Так, сюда нам нужно... Не вижу, где ретранслятор. Ну, сейчас убьем шпану и, как обычно, узнаем, где ретранслятор. Что, ты тут один, что ли, стоял? Да ладно. А, не, не один. Вот, о, а это какие-то... Блин, мимо. Блин! Давай.
Ага, отлично. Трех вырубил. Раз, два, три, четыре. Эх, нету. Три, четыре. Кто там у нас? Слушайте. Эх, надо было сейчас заряжать уже. Ну все, и так снесли. Нормально, надо было заряжать этот, вы поняли, да? Так, что-то я тут ретранслятора особо не наблюдаю. А, вот он. Давай. Блин, кидай уже в него. Так, отлично, погнали. Следующий вот этот. Шпану попутно разбираю. И ретранслятор вынося. И чуваку по башке надавай. Это ты зря по мне стреляешь. Да не, Y не надо кидать. Так, выключи это свое зрение. Я уже потерялся, куда мне надо. Блин, Бэтмен. А где-то он тут. Ага, вот он. Еще один готов ретранслятор. А, у нас уровень. Пока ничего не хочу улучшать. Блин, все время будет выдавать эту карту, правда? Ой, эти улучшения вместо карты. Так, ладно, погнали дальше. Преступление. Где, 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 где? Ага, вижу. Вы че, ребят? Спокойней. Блин, вот этот вот, он... Так, сейчас вырублю, подожди. Иди сюда. Тын, тын, тын. Ту-т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 у
вкачать. Но нам, к сожалению, ничего не открывается. И батаранги не открываются. Чё вот это такое? Невидимый усиление атаки с парирования. Ну, в принципе, пригодится, ладно. Возьмем, как говорится, что дают. Так, я вообще чё сюда бежал? Шпану попутно разбираю. Стоп. А вот это что такое? Блин, вот эти вот блоки данных. Энигмы. Так, а ну-ка. О! Да блин, не так. Что-то я нифига не врублю. Наверное, не батарангами надо все-таки кидать. А ну-ка, одиночный. Не, батаранги ничего не делают. Короче, не знаю, я вот как вот эти блоки открываются. Они какие-то, ну, своеобразные постоянно каждый раз. Так, что тут даже никого нет? Или это Бэтмен у нас не попадает нифига. Так, тра-та-дам. Мне, пожалуйста, теперь этот. Шпану попутно разбирая. И ретранслятор отключая. И по башке врагам давая. Наш Бэтмен держит свой поход.
понимаешь, что ты зря со мной связал. Слушайте, я уже эту шпану разбираю, ну, как мне кажется, профессионально. Вам так не кажется? Не, ну, не профессионально, но куда лучше, чем у меня это получалось раньше. Кстати, я тут кого-то вижу. О, здоров, чувак. Как жизнь? Ты откуда тут взялся? Блин, добивай его. Ай, Бэтмен, тебе только в черепашьих бегах участвовать, честное слово. Так, ладно. Подсечка. Так, все, с этими разобрались. Так, где там этот ретранслятор несчастный? Блин, Бэтмен, допрыгни сюда и давай пойдем. Так, готово. Батаранг наводим на ретранслятор. И погнали к следующему ретранслятору. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Залезь. Шпану попутно разбирая и ретранслятор отключая, наш славный Бэтмен держит путь. Быть добрым, только не забудь. Так, я тут кого-то видел, кажется. Ну, здоров, чувак. Вы достигли цели сетевой ретранслятор. Так, а их тут только вот это вот три вот трое было, да, и все. Так, ладно. Один остался в этом районе ретранслятор. Мы сейчас к нему подбегим. Подожди, ты кто? Follow me. I got him. Ты чё в меня в упор стреляешь еще, дурень? Что ли? Кто ж так делает? В упор нельзя в людей стрелять. Они же человеки. Так, ладно. А Бэтмен он, между прочим, Бэтмен. Что тут никого нет? Тинг! Готово. Парковая улица, сетевые ретрансляторы все отключены. О, еще 15 тысяч опыта там дали. Слушайте, да вынося эти ретрансляторы, можно не слабо подняться. Только что нам это дает, я не знаю. Так, ладно, погнали к вот этой вышке. Сотовой связи в парке аттракционов. Сейчас мы туда сгоняем. Попробуем ее активировать. Не знаю я, как это, конечно, делается. Но как-то это, наверное, делается. Давай, Бэтмен, Бэтмен, давай. Пошел, пошел. Ну, не совсем сюда я хотел, ну ладно. Тоже норм. Это кто, ты мне сказал? Ты что, дурак? Меня да вот такой вижу. Ого! Да ты чё, дурак? Я птичка. Я птичка. Вот мои яички. Так, готов. Готов, готов, готов. Я тут видел зеленую фигатулину.
А как ее взять? Крюком? Не, не батарангом. Крюком. Не крюком? А как тогда? Вашу дивизию. А, во. Не, я рискну предположить, что как-то можно закрыть вот этот вот... Короче, если бы это была нормальная игра, я бы просто тупо закрыл этот вензель, залез и взял бы. Но это же у нас Бэтмен. Он же не слышал, что можно толкать. И этим нельзя. А что у нас еще есть? Управляемый, ну я думаю, это тупо. Блин, ну нафиг, короче. Только время на них трачу, на эти штуки-дрюки. Так, о, тут внизу интересно. Погнали вниз. Шпану попутно растворяя. Наш Бэтмен держит свой поход. Ах ты, тупица со щитом. Сейчас я вас всех поубиваю. Так, а тут Б, А, А, да? Так. 3, 4, эх, мимо. Ну, ты чё остановился? Да блин, вот этого нарезай. Да нарезай ты его, пофиг на его нож, Бэтмен. Чё ты там? Б, А, А. Давай, закидывай. Бацк! Красиво. Так, погнали. Подожди, а эти ж мудачки тут по-любому что-то охраняли. О! Как чувствовал? Нет, только не деструктор. А вон, ретранслятор. Что-нибудь еще тут было? Вот там что-то. А что тут такое? Какая-то бомба, что ли, подведенные. Ладно, пофиг, погнали. У нас сейчас задачка ретрансляторы разносить. О, еще одна. А, так эти штуки все-таки... Они что-то делают. Эти штуки. Так, а тут, видимо, где-то этот энигминский блок, да? Только я не пойму, где. Спану попутно разбивая. Наш Бэтмен держит. Ага. Славный путь. И шо я сюда зашел, скажите мне? И шо мне не тут надо? Нифига мне тут не надо. Так, а ну, а если я кидаю в этот, что там происходит? Наш... А, тут закрыто становится. А там открыто... Ой, ну его нафиг, вот эти вот... Всякие штуки-дрюки. Я вообще вон куда иду. Не мешайте мне. Вон, я уже вижу эту вышку. Шпану попутно разбивая. Наш Бэтмен держит славный путь. И ретрансляторы включая. Нам лишь бы сейчас не потонуть. Ну привет, Энигма. Так, давайте разбираться. Парк аттракционов, вышка связи. Давайте разбираться, как ее врубать. Эту вышку связи. А-а-а-а. Блин, непонятно. Так, то есть нам надо
Блин, Бэтмен, ты вот сейчас упал с такой высоты, и тебе норм. А как током чуть-чуть жандарахнуло, так сразу уписался. Так, как-то надо проникнуть вовнутрь. Но непонятно как. Непонятно как совсем. Совсем абсолютно непонятно. Так, что ж тут с этой вышкой-то, вы мне скажите. И нигде не... А, вот тут вот эти трубы, они ж тут неспроста. Нет, они тут спроста. Или нет? А ну-ка, я батарангом могу разбить окно? А ну-ка. Нет, это окно... А этим... Вот таким батарангом. Не могу. О, а это хорошая идея. А ну-ка, погнали. Я хочу вокруг этой башни пролететь и заодно посмотреть. Так, ага, вот здесь идет труба. Так, сейчас я отлечу. Теперь разворот. Эй, ну блин. Так, короче, я понял. С той стороны там можно залезть на какую-то шляпу. А, пердон, тут еще и... Эй, ты чё? Чё, пла... Ага, я понял, тут надо трос натянуть. Так, управляемый бэткоготь. Управляемый бэткоготь не работает. Батаранга смысла нет, просто бэткоготь. Ага, вот. Просто бэткоготь там за что-то цепляется. Блин, так и чё? Что-то я нифига не понял сейчас. Совсем нифига не понял. Ладно, так, забираемся наверх еще разочек. С вот этой стороны можно тут спуститься чуточек. Ага, вот. И тут что-то, наверное, будет интересно. Или ничего не будет интересного. Блин, как же туда вовнутрь-то попасть? Вот ребус какой. Прям целая дилемма. Непонятно. Непонятно. Непонятненько. Все-таки мне кажется, что надо искать путь... Путь снизу. Вот отсюда. А, залезть. Я вот не понимаю, вот эта вот балка, ну и что? И смысл ее? Что-то я не вдуплю нифига. А если я сюда прыгаю, я тупо... Блин, Бэтмен, который не умеет плавать, это смешно на самом деле. Ты же сюда как-то доплыл, ну значит ты и туда можешь. А что если батарангом туда управляемым пролететь? А ну-ка. Погнали, я уже так одну открывал. Так, ага, тут в ту сторону нифига нету. Так, а ну-ка погнали. Ага, ну по-любому. По-любому надо сюда зайти. Только вопрос как. Опачки, ты так перепрыгнул. Бэтмен, слушай. Ну, да, да ты ж даже не утонул, твою ж дивизию. Ах, господи. Вот первая мысль, мне кажется, у меня была правильная. Протянуть между этими штуками трос. Но он не хочет. Непонятно почему, конечно, он... Ты чё не прыгнул? Слышь, ты Assassin's Creed смотрел?
Там чувак так сигает, что тебе и не снилось. Не, нифига. Вау. Так, а давайте по этим льдам пройдемся. Ничего тут нигде никак. Я бегу по льду, я бегу по льду. И со льда я не сойду. И вот я сошел со льда, но я не специально. Я просто упал. Так, ладно, короче, надо подумать. Я сейчас потыкаюсь, помыкаюсь, может быть, открою эту. Пойму, как туда заходить, и уже в следующем выпуске вам обязательно покажу. Ну, а этот выпуск мы на этом закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.